У меня сложилось впечатление, что есть русские, которые гладят себе по головке и говорят: «Ой, я такой хороший, я помогаю ЗСУ, или я помогаю беженцам, или я помогаю там, не знаю еще». Они себе ставят оценку, что он хороший, только потому, что он помогает украинцам. Это вот эти французы могут себя погладить по головке. Или канадцы, потому что они к россиянам не имеют никакого отношения. И они, кстати, не гладят себя ни по какой головке. Они это делают, даже не подозревая, что это какой-то супер, какой-то пупер хороший шаг. Но они делают, потому что, ну, они и птичку на улице тоже не оставят. Они тоже помогут, отвезут ее в ветеринарку. Нормальные поступки, это как бы, это нормально. За это никто пятерку не ставит. Ты же не уебок. Неужели каждый раз, когда ты бабушку перевозишь через дорогу, тебе нужно медальку на шее вешать? Вот. Так вот, я хочу обратиться ко всем россиянам, которые гордятся тем, что они помогают украинцам, там, донатят или устраивают беженцев. Не надо вешать медальку. Вообще не надо. Это ваша прямая обязанность. Вот вы делаете вдох, вы должны помочь украинцам. Вы делаете выдох, вы должны помочь. Вы каждый день открываете глазки. Вы живой, вы должны помогать украинцам. Потому что это ваша ебанутая страна напала на Украину. Это считай, что твой брат убивает украинцев. Считай, что твой отец убивает украинцев. Считай, что твоя правая рука убивает. Ну, хоть что-то в этой жизни ты можешь делать. Если ты не можешь убить Путина, ты должна помогать украинцам.